Поздравляю жителей Бурятии с великим и радостным праздником Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы встречаем этот великий праздник с тревогой и надеждой. С тревогой, потому что по всему лицу земли до сих пор распространяется губительная смертоносная болезнь. С упованием и надеждой, потому что велика милость Божия, и мы надеемся на то, что преодолеем посланное Богом на всех нас испытание. В эти святые дни праздника Рождества Христова наша мысль сосредотачивается на божественном Богомладенце Господе Иисусе Христе, возлежащем в яслях Вифлеемских. Слабым и беспомощным младенцем пришел наш Божественный Искупитель в этот мир. Но из древних пророчеств мы знаем, что Он – Бог крепок, властитель, начальник жизни, Отец будущего века. Что Он тот, на Которого будут уповать все народы. И мы встречаем этот великий праздник с упованием на великую к нам милость Божию. В древности праздники Рождества Христова и Богоявления назывались праздниками света, потому что сам Господь сказал, что люди, ходящие во тьме, увидят свет великий. И в эти святые дни мы стремимся в наши православные храмы, чтобы перед ликом нашего Божественного Спасителя, нашей надежды, основания нашей веры, нашими руками возжечь свечи с молитвой о том, чтобы из нашей жизни ушло все темное, мрачное, греховное, чтобы в нашей жизни воссиял свет веры, надежды и божественной любви. Я желаю всем жителям Бурятии крепкого здоровья, крепости душевных и телесных сил, помощи Божией в их трудах, надежды на великую милость Божию, упование на то, что Господь не оставит своих людей, и благословение родившегося в Вифлееме Граде Богомладенца Христа будет пребывать со всеми нами. С праздниками, дорогие братья и сестры!